Всем привет. Ну что, попробуем сыграть в эволюцию. Простите, какая эволюция? В бактерию. На среднем уровне сложности. А, болезнь. Можно без подсказок. Что такое? Каждый раз эти подсказки лезут. Хочу заражать Швецию. Там красивую женщину. Пусть моя бактерия начнет оттуда заражение. Не надо мне подсказывать. Давай, Швеция. Нам через поцелуй надо распространяться. Передача. Не то. А, симптомы, пардон. По воздуху. 9 ДНК. Ладно. По воздуху. Умение. Устойчивость к бактериям. Низким температурам. Давайте. В Швеции все-таки не так уж жарко. Тем более это близко к Исландии. Ну, относись. Где вы, мои шведочки-то? Виды чаночки. Что-то медленно вы там целуетесь. Устойчивость к антибиотикам сделаем. Датская мафия становится слишком сильной. Недавние события с участием датской мафии побудили немецкого канцлера начать новое расследование организованной преступности антисоциального поведения. Вот так вот. Целоваться на улицах запрещено. Это антисоциально. Что это за скала? Шкала. А, это вот что. Это скролл такой появился. Или он был? Не обращал внимания. Давайте, давайте. Мутировал. Нет, нам мутации не нужны. Что за шведки с сыпью? Это отвратительно. Укрепление генов. Труднее поддается анализу в лабораториях. Да, пусть так и будет. Найден странный космический мусор. Не могу прочитать. Ладно. Сначала прочитал бакланы. Балканы оправляются после урагана. Бакланы, наверное, тоже там оправляются. Чит у нас 381 человек. А, ну да, действительно. Из ураганов 381 человек умер. Сотни людей. А заразил нас. О, фестиваль любви. Да-да-да, Швеция проводит фестиваль любви. Вместо международного дня поцелуев критики подвергают сомнению гигиенические нормы. То есть фестиваль поцелуев не приводит к фестивалю любви. Фестиваль любви жестче, он сразу без поцелуев.
Забыл, нам надо по воде еще распространиться, чтобы попасть вот на этот островок, Гренландию и Исландию. Да и вообще на другие. Ну что-то как-то 5000 заразили. Маловато. Нужно больше заразы, нужно больше мусора, нужно больше поцелуев. Целуйтесь, дети мои, целуйтесь и пейте воду. В воде вся сила. Я даже знаю, как этот вирус, простите, вирус будет звучать. Вот так вот. Потому что они все захлебнутся свои. А, быстрее нажать. Кровью. Прибалтика, Украина. Что-то я какой-то злобный в этот раз. Опять тайны. Опять у Лондона тайны. Италия, Франция, Испания. Мутировал. Киста. Не хочу кисту. Я хочу заражать людей. Так, а что у нас здесь из умений? Пока ничего. Интересно. Ну, 2 ляма заразили, уже неплохо. Но мало. Так. Передача крысками, может быть, через суда. По воде больше. Давайте, крысы, вы же не боитесь холодов. Вы вместе соберетесь своими маленькими шкурками и будете греться. Ти-ти-ти-ти-ти. Дырями покрылась страна. Так, порт уже заразился тут один. Неплохо. Давайте из этого в этот, из этого в этот. А хотя сразу можно из этого в этот и сюда. И сюда. Давай, давай, красненький. Не хочешь? Давай, красненький, шмырк, шмырк. $20 миллионов. Пусть комарики полетают. Чук-чук-чук.
надо нам сыпи никакой. Ну что же вы... Что же вы неугомонные такие? Не хочу смотреть. Так, 50 лямов. Все равно мало. Хочу миллиард. Пора бы нам уже очки копить. Так, наконец-то. Распространяется. Не прошло и года, как говорится. Хотя прошло уже. 2 года. Вот он, вот он, вот он, красавец. Да. Незаметно. Оп, сюда прилетели. Шикарно. Так, теперь вот это надо тоже. Вот, вот, вот. Пошло дело. Умение. Так, сколько нам? 25. Кстати, в жарких странах, по идее, нам тоже надо защиту взять. Вот, кстати, кто знает, что лучше? Взять вот эти две или взять вот эти две? По идее, смотрите, вот это патоген выживает в условиях низких температур и холодном климате. Высоких температур и жарком климате, да? А здесь написано, создается оболочка для защиты от любых климатических условий. То есть, по идее, это и то, но зачем тогда сделали вот так вот? Непонятно для меня немножечко. Жара, жара, ядерное солнце. Давайте, давайте сюда. Кстати, стоило комаров запустить сразу как путь-путь. Все дают комарам себя укусить. Никогда не позволяйте комарам себя кусать. А вдруг это... И он переносчик. Так, передача пока не надо. Так, ну с Россией уже все ясно. Скоро 500 лямов будет заражено. Угу. Комарики на воздушном шарике. Сюда бы еще доплыть. И сюда тоже. Так, защищаемся. Так, кстати, надо еще вот это 30-22. Блин, еще много очков надо. ДНК. Мутировал. А, бессонница. Слушайте, давайте оставим. Пусть будет бессонница, потому что чем более врачи не способны принимать какие-то решения, блин, уже нашли меня. Вот, тем мне лучше на самом деле. Уже начали работу над лекарством. У меня только 2 миллиарда заражено. Мне надо мутировать. Пока есть такая возможность, я мутирую. Не я, а болезнь, конечно же. Новая Зеландия отдыхает как-то. Ну-ка, подвезите им веселого вещества. И в Мадагаскар тоже. 1% готов.
Так, отлично. Там заразили. Симптомы. Паранойя. Давайте. Невозможно общение. А, тяжесть. Нам бы заразность развить, конечно. Нет, к смерти нам пока не надо. Потеря сознания мешает способность пациента функционировать самостоятельно, иногда смертельно. Заразу нам надо распространять. Наверное, кашель. И мокрый кашель. Чихание, вот чихание. Нормально. Пусть кашляют и чихают. Я бы чихаю. Так, под санитарным надзором. Это печально. Как-то у нас распространение хреново, по-моему, движется. Медленно очень. 9% лекарства готово, блин. А я еще половину даже не заразил население. Что можно сделать? Подавление иммунитета. Аэропорты закрыли. Ох, сейчас я как начну тут. Хорош синие пузырьки тут выдавать. Всем подряд. Не заслужили. Что-то у меня Африка вообще как-то. Печаль. По-моему, многие спасутся в этот раз. Мутировал. Пусть уже мутирует. Уже пофигу. Распространяться надо. Обезвоживание. Отлично. Невменяемость. А как мы так проскочили через это? Боритесь с разработкой лекарства. Борюсь. Ломаю пузырьки. Люди умирают быстрее, чем заражаются в Филиппинах. На Филиппинах, простите. Диарея. Распространяется. Весь мир уже в приоритет поставил. Никаких лекарств, я сказал. Никаких. Так, нам надо мутировать. С передачей уже пофигу. Заразность надо увеличивать. Заразность. Давайте вот это разовьем. От испанки. От испанки хуже пьянки. Разруха в Норвегии. На Мадагаскаре, кстати, все замечательно. Ноль зараженных, ноль мертвых. О!
Это хорошая новость. Блин, 47%, 48%, 49%. 50% завершена работа. Ничего не могу поделать. Что же, как же их остановить-то, а? Приводя к смерти. Вот, при физической нагрузке давайте, чтобы они там, ух, таскали эти бутыли с лекарством и их. И умирали просто на работе. Нет. 72% уже, ну что же вы, ты что? Вот эта ненавистная кучка продолжает разработку лекарства. Негодяи. У нас по всему мутация идет. 78%, 79%. Нет. Блин, если мы успеем дозаражать всех оставшихся, но мне кажется, скорее всего, все умрут. 84, 85. Ну, медленно двигается. Это хорошо. Ага, что нажал? 86. Так, комбо публичного испражнения. Коричневые улицы, открыто достижение. Представляете, выходите на улицу, все коричневое. Фонтан рвоты. Слушайте, ну это значит победа, но... Но я не заразил всех. Всех не заразил. Это очень печально. Хотя нет, смотрите, они борются до последнего. Я не победил. 92%. Так, ядерный взрыв. Ну все, уже ядерный взрыв. Какие лекарства, ребят, вы что? Ядерный взрыв произошел. Анархия, все. 93%. В жопу лекарств. Нет, все. А, что я все нажимаю это. 94%. Комбо, ой. Кашель и понос приводит... Понятно, не буду читать это. А то вдруг кто-то есть. 95%. На 95% завершена. 96%. Кто ж там из вас-то все что-то делает-то, а? Никто не должен жить. Просто никто. Да что ж ты все открываешься-то вечно? 97%. 98%. Да вы все сдохли уже в поносе в этом... Нет, 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 ты закройся ты. 99. Нет. 100. Нет. А, ненавижу вас. Чуть-чуть, вот чуть-чуть. 5 миллиардов убил. А-а-а. Жалкие ученышки. Ну ничего. Я до вас доберусь в следующий раз. Придет мое время. Ух. Поражение. Ну, не судьба.